Я боюсь представить, что было бы, если я отбил бы. У тебя бы руки не было, наверное. И там нужен не бросать, а не который как удары. Ну, может быть, из четырех он может один удар отшить. Но в нашем моменте, да, вот два мяча, пустые руками. Да, вот там он меня за майку тянул, понял? Вниз, вот так вот, когда ну, я сделал. Ему все равно это не видно, брат. Там вообще я тупо не по мячу дал. Они профик, они будут идти за майку. Это нормально, они так играют. Пару раз играли. Но меня попросили в поле, а потом на ворота просто. Просто лучше всех стоишь. Ну я в поле могу нормально выйти, но посмотрим. Я начну на воротах, потом если вдруг кто-то устанет, станет. Да не зеленый на всякий, если я выйду, я надену. Не, не, ну. Да не, я смотрел. Да мне. Ох, ты с ним не будешь забывать. Нормально все, нормально. Давай, давай. А где Балина? У нас все. Пацаны, у вас один, а одного больше. Быстрее, ребят, быстрее, времени мало. Хорошо, давайте. Может быть, тогда последний. Защитник твой, браво. Центр у нас есть? Ольга Бонита постоянно обновляется. Да не говори, это... Ты знаешь, какие муки для меня? Вообще ужас. Хорошо, хорошо. Не давать работать, не давать работать. Бей. Сели, здесь один! Айта, стой, автотрое. Давай работать. Ай, хорош! Выйди. Стой, стой. Спина у тебя. Гориш! Здесь, да? Ты мне перейдешь. За интро 2 там десятку. Ну да, по вам. Я скину. А, воду вычти. Вычти воду. А я уже скину. Хорош! Хорош! Назад! Открыть!
ты? Один, один, один. Дом, дом, дом. Где сцена? Дальше. И давайте им забрасывать за спину. Обратно. Хорошо. Пасик, пасик. Смотри, долго. Леха. Что это все? Что там, там, там? Хорош, очень, очень, очень. Ой, в защите все, не проваливай. Линия. Живи, живи, Раван! Раван, Никит! Раван! Отлично! Отлично! Хорошо, Сендер, Айтнер, замена вар! Давай! Давай, левым, да, левым! Успех, ладно! Дима, Дима! Дима! Оставайтесь, оставайтесь, не уходите, оставайтесь! Это цель! Перед собой, Валера, перед собой! Ниже! Потом этим фар! Люди! Хорош! А? Где пусти, где пусти, где пусти! Стреляй! Смотри, дом есть! Сзади, сзади! Тут постоянно такая тема. А? Постоянно такая тема. А что это? Да петарды мексы взрывают. У нас сейчас петарды. Либо гранаты, я не знаю. Туда сайта нету? Нет. Как я понял. Ну мини-футбол вообще не бывает. Да, 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 нет. Но это не минька, это чуть немножко. Немножко смесь. И миньки, и большого. Не-не, они пнули сюда, они послушали. Колян, я тебе контент сниму. Ой, блин, а я в носу ковыряю. Ну, так и должно быть. Не-не, брат, за них, пожалуйста. Внимательно за игрой смотри. Да, главное чистить это. Все серьезно. Коля за всем смотрит. Чтобы, не дай бог, не по правилам что-то было. Повели туда, к нему, к нему. Подписывайтесь, потом подписчику. Скинуть ему там. Понадобится. Последний, последний, аккуратно. Да. Ну и горизонталочка. Главное, главное отмечай. Коля тут за всем смотрит, бдит. Организатор турнира. Коля, как турнир-то правильно называется? Интерлига? Да, правильно, брат. Интерлига, я запомнил. Интерлига, интернациональная. Интернациональная, правильно. О, дальний бежит, дальний еще. Блять! Урта! Урта! Назад! Сели! Назад! По позиции, назад же, правда, еще. Пока, также, да, по 25 минут, да? Ай! Давай, 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 давай! Опа! Хорош! Давай, 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 давай,
Да не вратарь ты когда убежал. Центр, центр. Вон, сзади, сзади один. Лучше. Еще, еще. Бля, ну тут Глеб, брат, я тебе добавил в диалог Интера основы, потому что у нас вот это Джо Габанита. Я его выгнал. Вот, теперь ты у нас единственный неповторимый. Я на тебя очень сильно надеюсь. Центр есть, центр. Центр чей? А уже кухня, кухня. Смотри. Здорово. Заходи, брат, рукой показываешь, сидишь ты. Игроками! Да не туда, туда. Хорошо, хорошо, вперед. На меня барик. Кто узнал? Я Назад! Мужики, у вас сменка есть, не забывайте. Кто устанет, просто потом заменим. Кто первый устал, тот и... Ну не, ну давай. А я впереди. Нет, у тебя есть часы с собой? Часы? Да. Да? Можешь засечь минут 5? Да, давай. Сейчас будет на смену. Ой, блин. Айтас! Айтас! О! Ты лицом отбил, что ли? Нет, пальцами. Еле-еле. Мик, 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 мик. Хорош! Открывай! Артур! Давай, давай! Бей! Уверенней! Раунд! Да, он не попал. Влад, живой, Айтас поможет. Сурен, можешь, пожалуйста, мне кофту вот подать, черную? Я готова, закройте. Да, я мерзну. Маха, сука! На, маха! Не давай, не давай, аккуратно было. Арка, арка, арка. Баха, шутла, баха, вот, шутла. Шире, открывайтесь, открывайтесь! Абдул, откройся! Хорошо, пацаны! Хорош! Эй! Хорош! Отлично! Пыру, блядь! Хорошо, вот это вот. Да. Диня, хорошо, катаем. Просто больше ты в части времени. Бьет! Арта, арта, вот по нас, арта, ворвай я пусть, арта. Ай-яй-яй.
Назад, назад! Кур был тоже, кур! Кир! С игроками будьте! Лучше! Открывайтесь, открывайтесь! Вперед, вперед! Вперед! Давай, хорош! До конца, брат, иди! Выдох, решай! Молодец! Лиза, красавчик! Ой, я название поменял. Да, брат! Пацаны, а кто забил? Калмед забил, а дал ему брат Абзала, да? Ролан. А, новенький, новенький, все понял. Помощь, помощь, помощь! Центр! Не-не-не-не-не. Назад, назад! Бахсы, якобы защитник слов, хорошо посмотрел. Дима, решай сам. Джоко, Бонито! Можешь меняться. Парни, стоп, 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 стоп. Не-не-не, ну не так, не так. Стоп, стоп, стоп. Сюда, да, я хочу замениться. Хорош, хорош, хорош. Забили, да? Не-не-не, штанга. И что вы, да? Ну все, что было тут. Можешь в бежевой сумке поковыряться, там на дне, или, скорее всего, лежит. Бежевая сумка, это где? Ну, вот это мной, бежевая сумка. Хорош, Джоко! Давай, парень. Давай. Хорошо. А здесь один дядок был. Я знаю, знаю. Назад. Нормально. 5 минут. В крайнем случае он не приедет, он меня бы предупреждал. А здесь просто вратарь меня на игнор посадил, написал на звонки. Ну, это смешно. Детский сад. Там они делают. Вот. Так что я буду даже под тебя подстраиваться по времени, по дням по времени. Ты мне только скажи, когда какой день тебе удобно, какое время я поставлю. То есть все ради тебя, брат. Сначала сегодня выиграли. 10-8 проиграли. Или ты про Интер 2? Вот. Сейчас проиграли? Ну там команда, бывшие профики все. Кто-то за сборную Армении даже играл. Кто-то за... Сколько у меня тут вообще? 5. Еще. Смотри. Дальше. Дальше. Хорош. Здесь. Двое, зайцы. Нормально.
еще. Блин, Саня, я заранее не смогу. Это как бы вся фишка. То, что люди узнают это по факту на награждение, что сюрпризом был. Ну, то есть, знаешь, ну, добавляет интереса. Смотри, перевод, перевод сюда. Один. Я дам знать. Вот, то есть я могу тебе лично сказать, ты будешь знать. Сами вратари не будут об этом знать. Давай бегай, смотри. Там мне пол грек чиги. Назанда что там? Горишь. Оставайтесь с игроками. Пацаны, давайте без перерыва. Свет вырубается. А когда вырубают? Ровно в 10. Кто больше всех устал? А, реально времени тогда нет. Больше отдохни. Давно замену сделать. Не, он до конца будет. Это воин. Кто не заменялся, заменитесь. Коля. Посмотри в бежевой сумке внизу, я там оставлял. Вот в этой, да. Коля, а если со своей команды против, надо зарегистрироваться, чтобы вот это в этом роде. Да, ну смотри, на этот турнир уже не войти, он заканчивается. Я ему объяснял. Когда последний день? Заканчивается турнир 16 июля, полтора месяца. Июня? Июля, через полтора месяца. Вот, потом я беру выходные и возвращаюсь с однодневными турнирами и кубком. Будет кубок, то есть на кубок можно залететь. А там групповой этап и плей-офф. Свою команду можно? Да. Все. После 16 июля пойдет. 16 июля. Все, у нас остались. Да, обязательно. Я все скину, мне нужна будет лого, название. Лого команды. У меня потому что вся графика. Я инсту веду полностью. Это логотип? Логотип, эмблема. Вот. Скиньте мне заявку, я перед игрой отмечаюсь, всех, если что, можно будет дозаявлять. Вот, и взнос. Я думаю, что за турнир, за однодневный я пока не знаю. Ну, там обычно что-то типа 400 выходит. Но это однодневный, там больше, наверное, для сформированных уже, кто играет. Там уже будет большой кэш. То есть все, что вносят, почти все победитель заберет. А здесь будет, сейчас платят по 20 долларов с человека, но я сделаю полноценный 160, скорее всего, с командой. Да, за игру. А за клуба для чего-то другое платить надо? Нет, только за игру платишь и все. За турнир взнос. Да, и плюс, у нас у лиги есть партнеры, которые подарки дают. Там MVP получает подарок. Лучший игрок месяца. Там, сертификаты разные, там от массажи. Ну, у нас чувак-массажист, партнер, ресторан. Я с кафехой договариваюсь. Выпечкой. То есть. Пароу!
и всякие подарки есть. То есть, ну, не просто так деньги уходят. Вот. 160 чисто в нож ли будет только один раз? Не-не-не, это за игру, за каждую игру. Это пока, если я другую поляну не найду. Если другую поляну найду, то там уже поменяется все. Штейка. Мяч нормальный? Мой нормальный. Да. Пацаны, а кто забил? Он. Ага. А кто отдал ему? Кто отдал? Все, брат. Подолго, хватай. Горишь! Назад, защита! Один. Нет! Кому? Ага. Ой! Я знаю. Феликс, кто тебе отдал? Вратарь. Ага. Вратарь отдал. Защитки два! Защита один! Двое! Смотрите, двое! Стас, забивай еще! Блин, назад! Виктор, ойнай их, давайте. Мы еще вон дернем. У нас же и кубок лиги, и чемпионат. То есть я хочу, чтобы награждение было за все в один день. То есть и там будет награждение. Не ошибаюсь, что ли? Вот. Саха, война! Назад, один открыт. Играйся вперед! Там двое! Хапчик, касаемся! Хорош! Кажется, мы нашли талант. Подписываем контракт. Коля, нам нужен этот человек. А у вас и вратарь есть, да? А? У вас есть вратарь? Да. О, отлично. Ты сейчас полноценная команда прям. Вратарь до 90% здесь. Я замучился вратарей искать, это вообще ужас. Он головой спал, играл вратарем на позиции. Да поставь мяч! Я полноценный защитник сам. Что, типа, я играть нахрен не умею, чисто отбирать умею, бегать. Деньги забивай! Ну, тоже надо уметь. А? Тоже надо уметь. Да, душок у меня бешеный. Я баскетболист сам. К нам приходил один раз профессиональный баскетболист. Где-то, ну, он в нише детенок Украины играл. Ну там 2 метра, вот такая ладонь. Он вышел, деревянный, просто жесть. Но там у него отобрать мяч не могли, боялись его просто. 2 метра бежит таких. Он говорит, да, просто типа с другом приехал поиграть. Колян, будет свободная минутка. Я когда выйду, засними, я гол ебану. Сейчас заменим. Там боковую кнопку зажимаешь, камера включается. Да, у меня же тоже iPhone, брат. А, я просто не знаю. Кто отдохнуть хочет замену? Нападение! Кто ли сидел? Нет, ты сидел, ну что? А кто еще? Не все были? Нападающий. Как вас зовут, Ник? Феликс. Феликс. Брат, замнись по-братски. Все меняют.
Его марш! Дальше, дальше, дальше! Дальше, дальше! Домой! Москва! Жаха, баха, жаха, баха, жаха, 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 возможно, в бежевой сумке подо мной. До конца, до конца! Внизу в самом. Не, не, внизу в сумке, внутри. Нормально. Выходите вперед. Выходите, не оставайтесь там. Слева, слева, слева. Бля, кто же? Да, у нас один. До конца. Какой 5 минут? Уже 5 минут. Алтун, что у вас алтун? Прошло меняйтесь, кто не менялся? Ну, давай, меняйте. Стой, стой, стой. Полный один. Рук, поменяйся ты. Полностью, играй. Правый бой. Базик, мотор, мотор, мотор. Дай мне один. Либо, да. Либо. Либо, стал, Солай. Ладно, что? Айбеке, артын. Хорош, алыш. Играй, играй, играй. А чего? Ой, тут, ёб. Влад, дашь сменку, Влад? Дашь сменочку? Нормально, нормально. Да, ну он должен тут в красных шахтах поменяться. Но он менялся, а Влад нет. Да, он уже сейчас 3 гола приезжает. Сейчас поменяем. Ой, 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 хорошо, давай. Переслушай. Бибо, вода, бибо. Бибо. No other balls went over, right? I don't know. Мишай. I have 3 or 4 new white balls. They are different. I can check it after your game. Стойте там, стойте там! Like this. I have 3 or 4. Yeah. Вот, да, на другой, на другой, на дальний! Yeah. На дальний беги! Беги! Я не могу, я марху лил. Это окей.
Вот, блядь! Давай, Акинфеев! I gonna ask. How much? Я карту верну. Вынеси, вынеси. Давай, 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 давай. Давай, ты не стал, что ли? А я в пути вот этот срок. Ты еле бегаешь. Руки, руки есть, руки есть, руки есть. Leo, I remember one ball was on the parking. Ah, you got it. Okay. Вот это Казат что ли играет? Вот прошлый матч Казат, этот блогер. Да, но за мою команду играет. А, да. Я смотрю, вроде он не умеет. Гониш, да, хорош! Хорош! Наш, наш, наш! Раван! Ты хорошо на рамке стоишь? Я стоял вот. Ну, я Костя писал на больших воротах. Да, 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 да. Вот я играл. А это Парад сейчас парень со мной играет. Вот он, в белых шортах. Владос? Да, я с ним играл. Ну, потом он по работе. Сейчас можно садить нормально. Ну, круг пить. Тебе нормально эти? Да, ну если что, у меня в машине полно крови. Может, после игры можешь посмотреть. Ну, у меня там и новые. Да. Я подаю, как избавиться от них. Скорее. Если будем так играть, потом перчатки все возьмут. Я вот эти люблю это дело. Времени не было. Эй, Сандер Айтнер, Биба! Перчаток еще не привычный. А у меня еще есть. А, тоже есть? Да, да. Сейчас спросил. Да, что я не подумал. Когда в следующий раз? А? Да. Это уже время для сидения? По-разному. Но я могу, ну ты можешь мне сказать. Я уже могу подстраиваться. Моя задача, чтобы полноценно один день ездить. Пока ездить, пока вот. Они вдвоем. И вот иногда Сурен приезжает. То есть три человека. Есть вратарь, тут есть вратарь в команде, но он типа рандомно приезжает. Когда-то может, когда-то не может. Он там, ну, он дардашин, понимаете? Ну, типа, не знаю. Да, да, да. И вот. Это прямая трансляция. С таблом. Это для хайлайта. По узкой. Сам организовал? Да, да, у меня... У меня в Питере была лига. Это откуда с Питера сам? Ну, я родом с Мурманска, но 10 лет в Питере. Да, я родом с Питера, но 15 лет в Москве. Да. Ну вот, я жил на юге. Чага, родная. Организовал камеры в Инстаграме. Да, стараюсь. Будет побольше времени, будет всяких других приколюк много. Ну, плюс еще найму людей на помощь. Желтый, да? Да. Реф, а кому желтая? Ага. Да. На ворота типа? Да, потому что я не вытаскиваю нихуя. Она куснула. Дайте ему перчи, у меня есть. Что, есть? Да, есть. Я сам иногда стою. По фану.
Бля, да ладно. Бывает такое? Как они на попу играют? Пора, чисто. Тебя кто устал? Ваши блюджерник. Кто там, могу заменить. У нас команда бойцов, никто не уходит. Вот она, Джога Бонита пошла! Класс, класс, класс! Отсек, один. Один, горишь. Его охранник. Они мяч на рейсе, скорее всего. Да, да. Спину! Да, на самом деле. Дай. А? На самом деле не принял. Да, и даже если не принял, спину его. А он твой кореш не менялся, да? Абду же его зовут? Давай этот, пока... Менялся? Пока я не забыл, забуду телефон. Да, да. Спасибо тебе. Это шедевр, это лучший мой момент в жизни. Да. Опа! Коль, сколько времени? 5 минут осталось. Сколько? 5. Пацаны, сменка нужна. 5 минут осталось, он давно сидит. Да, Сурен сейчас пойдет меняться, я думаю. А? На. Сурен пойдет меняться сейчас, я думаю. Он не менялся же, вратарь вроде. Кто? Кто первый ворота стоит? Он на поле. Выходи, выходи, Никит, выходи, 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 выходи. Вот это. Не, выходи, выходи, Сурен меняется. Ну Сурен меняется, вон, Сурен меняется. Не, вы меняйте, меняйте, давай, давай. Да тут... Да потом, не, что потом не остановимся. Не, ты правильно делаешь, но тут мы не смотрим. Давай, давай, сзади, 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 отвлекай. Либо! До конца! Да, да, отдай, сразу, сразу. Я опустил счет какой? 6-3. Только минут 5-10, да? Минуты... 3 минуты. 3 осталось всего лишь. Опа! Хорош! Ты что ты приходишь играть? Что не играешь? Я даже не знал, что ты играешь. Хорошо. Я от Абдула сделал, я от Абдула узнал, что понял. Ой, зря не снимал. Что творит вратарь? Так вообще еще наоборот, если честно. Да, я его вообще не вижу, я так. Есен, а ну там, Есен! А я так тебе играю. Да не, брат, ты не говори, нормально. А пока на еще сколько мне дать? Ну 20 максимум. Да, я себя молодо чувствую, в принципе, что ты? Да я в 30 нормально. Я мне 30, я нормально себя чувствую. А ты где 30? А ты где? Ну, я тоже сохранился. Давай, иди. Я, в принципе, играть так-то сильно не умею. Владения нет. Как ты заметил,
Не, у меня похуже всем это ощущение. Я так тебе тогда скажу, чтобы было понятно. Я защиту умею держать. И все. Приходи, брат, приходи. Да он тут лучше не будет. А! Да нет! Блин, у тебя пацаны пусть добавят. А вот сейчас игра, у меня сегодня что, воскресенье? Воскресенье играет, да. Я, ну не каждое воскресенье, да, Ник, если я не ошибаюсь? Ну, субботу воскресенье играем. Два дня, два игровых, да, каждый. Все, вот. Ну, я воскресенье. Чего? Не, после гола посмотрят, мужики. Пацаны, быстрее, быстрее, сейчас вырубит свет. Ты уверен, что будет гол, что ли? Ну. А, извини. Кто? Абдул пусть бьет. Ну, быстрее надо ему бить. Надо посмотреть. Пусть бьет, реф! Пусть бьет, сейчас вырубит свет. Оу, 6-4. Хотя бы гол заставил. Ну все. Сколько счет? 6-4. 6-4? Да, да. Еще время, давайте. Давай за 30 секунд, давайте. Ника, ты сейчас реально на этом поле. Играли 10-8. Ну там, ты что, там такая команда. Братан! Давай на равне играли. Ну, играли неплохо, да. Но. Обей, бей, блин. Ладно, увидимся.